Всем привет, ребят. Мы продолжаем проходить легенду о Зельде. Ну, Legend of Zelda. Окей, значит что, добрались... я вернулся обратно вот в эту деревню, Кокорико. Вот, значит, я же нашел вот здесь вот в озере вторую вот отметку на фотографии. Посмотрим, может быть, бабулька нам что-нибудь интересное даст. Давай-ка мы с ней поговорим. Хоть ты не помнишь, но Ганон уже победил тебя однажды. Хорошо. Ага. Не дает бабулька ничего. Она, видимо, дает только за первую фотографию, что ли? Хе-хе. Ну, я словно в прошлое вернулась. 100 лет назад ты тоже всегда ходил в тунике воина. Спаси принцессу, спаси нашу Зельду. Не дает бабулька ничего. Ну ладно. Жадина, как говорится, говядина. Давай, мы здесь вот возьмем, значит, лошадь. И потом вот по этим меточкам пройдемся, посмотрим, что у нас тут есть. Перемещаемся. Исследуем будем местность. Нас же тут святилище. Святилище интересует. Кстати, еще одно пройти, и будет у меня этот, как его. Можно будет еще один левел поднять. Так, давай спускаться. А где же я лошадь-то оставил? Ладно, окей. Там просто стражник опасный ходит. Нежелательно бы с ним встретиться. Вот так. Все. Я чуть на хедшот не попался. Где лошадь? Эй-эй. Лошадка. Ладно, давай позовем. Плотва удрала куда-то, я не знаю. Вон. Вон он. Погладим. Пусть приходит почаще. Так. Что, ближайшее? Тихо. Я снова буду кнопки. Так, ну давай, давай, давай. Поехали, короче. Тихо, святилище поблизости. Но там и стражник поблизости. Да блин, если бы лошадь не врезалась во всякие объекты, было бы здорово. Понятно, я подох. Так, нет, так дело не пойдет. Ну, в принципе, я ничего не тратил. Давай хотя бы здесь загрузимся где-нибудь. Я не знаю, есть ли смысл с этими стражниками сейчас биться, потому что, ну, как-то они вот много у меня выносят. Они какие-то безумцы. Так, тут он? Не знаю, может быть, лошадь подойдет, если я ее позову. Главное, чтобы она вот прям на этом, на радаре показалась. На карте отмечено. Она подойдет. А все остальные Розена меня не слышат. А он, по-моему, там по прямой святилище, да, сразу же будет. Тогда, наверное, за лошадью потом. Пройдемся и пешком, ничего страшного. Гулять полезно, как говорится. Тихо. Редиски. Редиски набрал. Это хорошо. Что-то там такое летает. Каким-то странным свечением кто-то летал. Я думал, светлячок. Точнее, фея. Вот он. Оп, я кого-то взял. А? Его просто было, нужно было на этот, как вам, на скорости поймать, да? Ну и ладно.
Не фея, но тоже пойдет. Обычно в руинах что-то всегда, ну, хоть что-то да есть. Тут, по-моему, только эти, да, гоблины. Ну ладно, дальше пошли. Вот здесь можно посмотреть, может, что-нибудь интересное есть. Это взрывчатка. И все спят. Не знаю, ну давай зачистим. Как-то это все странно, но окей. Так, что там по стрелам? Вот так. Главное его. Оп. Он не успел. Нет, он успел. Это прям тревогу забили они конкретно. Ай-яй-яй. Блять, скатился. Тут народу больше, чем я думал. Ну. Ну и беда разрушения. Так, стой. Вот этот я лучше меч возьму. Неохота ушатывать. Давай, подходи по одному. Я лучше что-нибудь съем. Ну давай, яблок, наверное, натрескаюсь. Оставим готовые изделия, так сказать, на потом. Ладно, все остальное мы с них соберем потом, позже. До свидания. Клэмор, почти слово. По-моему, это последний. Ладно, окей, собираем, что есть. Берем, берем, берем. Берем, стрела пятера, нормально. Ага, еще какая-то дубинка. Пойдет. Еще стрела. Стрелы очень... Блин, вот эта вот колючая бокожет, конечно, наверное, вряд ли мне нужна. Ее мы, наверное, удалим. Да. Мы ее выбрасываем. Ну и этот меч, наверное, тоже. Я им кидаться не буду во врагов. Хотя это дело игрово приветствуется, прям, чтобы ты это последний удар зашвыривал прям в голову. Давай посмотрим. Тут, наверное, вряд ли что-то, да? Стрела еще 5. И такое. Так, бокалу. Нет, спасибо, не надо. Сейчас мы лучше подниматься. Нет, это не стрела. Прям берем все, что блестит. Выше. Наверное, как-то можно стратегически правильно зачищать все эти дела, но мне так кажется. Ну, типа, выстрелить по бочкам. Выстрелить по лучникам, чтобы не поднимать тревогу. Да как-то по-варварски это все делаю. Надо хоть как-нибудь глянуть, как это делают. Серьезно? 5 стрел? Чего-то не густо. Ладно. Где-то же здесь было святилище, реально там.
Подожди. Вон, святилище. Они с каким-то чуваком дерутся. Двумя. Окей, пошли спасать пацанов. Надеюсь, они меня не убьют до кучи. Прям приключение, приключение, да? Так, стой. Тун-тун-тун-тун. Все, берем. Я вот не хочу пока меч Зора тратить. Может быть, оно какое-нибудь прикольное. Хотя вряд ли какие-то дебафы там дает. Скорее всего, просто обычный меч. С уроном средненьким. Ладно. На тебе по шее прям. А, незаметно подкравшись к врагу, можно треснуть ему. Эх, надоело болеть уже. Палец. Ладно, поговорим. Кто такие? Пронесло вроде, значит, день сегодня не такой уж плохой. Я симпатичная тян. Мужик, ты куда пошел? Слава Хайлии, босс в порядке. Как я и сказал, искать здесь сокровища просто глупо. Какие сокровища? Зацикленные фразы у них. Странно. Вообще в целом странно это все дело. Я их спас, хоть бы это благодарили как. Ладно. Но они дальше не идут. Ощущение, как будто меня ждут. Так, давай сюда поднимемся наверх. Смотрим, что есть. Сломанный домик. Там можно посмотреть что-то. Я в курсе, что святилище близко. Святилище прямо за этим холмом должно быть. Опа. Здорово. Так. Меча хватило ненадолго. Буквально на несколько ударов. Тут вообще очень быстро оружие ломается. Я не знаю, может быть, пока такое просто оружие я нахожу. Средней поганости. Святилище Кам Ятак. Давай посмотрим, что это. Пропускаем. Ра-ра-ра-ра. Заходим. Во время плавания, чтобы совершить рывок. Рывок отнимает много сил, не злоупотребляйте. В принципе, он проплывает одинаковое расстояние. Огромная мощь. Святилище Камьетак. Что-то не требуется. Так, есть шарик. Его нужно стазисом зарядить, чтобы он разбил этот, как его. Чтобы он разбил дверь. Так, стазис. Я уже забыл как-то заряжать. Сковать. Нет. Я забыл, как делать. Так, может быть, особые действия посмотреть. Я вот не помню вообще. Усиленный удар, сальто назад, отличный блок. Нет.
Блин, а как его заряжать-то? Че не то? А точно у нас стазис? Ну да. Он так разбивает. Я вообще в упор забыл, как это делается. Но я только так разрушаю. Блин, а как? Это учили, как делать, но это было черно, когда один раз все показали, я уже забыл просто. Нет. Он как-то то ли удерживать надо, то ли что-то такое. Стрелу просрал. Нет. Сейчас вот 10 лет еще стазис, блин, этот. Вспоминать, как делать. Смена цели. Так. Сковать. А может быть он магнит? Да вряд ли. По нему не видно, что он магнит. Да, захват. Кстати, не стазисом тут надо работать. Тут надо вот этот вот камень оттаскивать и лупить по нему. Все. А я думал, стазис. Так, это на ловкость, короче, да? Про это как он. Ух я. А вот тут стазис уже. Все, проходим. Так, два чувака по сотке. Ну, мы сейчас об него и сломаем. Ой, опять он. Так, мечи стражников хотя бы я сейчас выбью с них. Все, до свидос. Ломайся. Шестерня. Винт. А я валы собираю, точно. Для стазиса этого. Так, меч стража. Берем. Один. Он там слабенький, да, двадцатку, но тем не менее. У меня как раз три ячейки пустые. Давненько оружия не давали никакого. Клинок двуединства. А, ну я такое уже поднимал. Этот необычный обоюдно-острый меч изготовлен по технологиям Шейка для халийских рыцарей, не привыкших к однолезвенному оружию. Хорошо. Такой меч пригодится. Так, эту штуку надо поджигать, чтобы шарик катился вот сюда. А, и он разбивает, я понял. Все понятно. Чик. Правда, вот про я не могу вспомнить, как он разбивать эти, как стазис. Скорее всего, это задание будет.
как стазисом накручивать объекты, я не знаю, может быть, сами объекты нужно, чтобы они подсвечивались. Меч, рыцарь, хорошо. Тут прям оружие дают много. Я думаю, в бочках стрелы есть. Тун-тун-тун-тун. Попал, что ли? Яблоко. Яблоко. А где стрелы? Так, ну берем палку, мы сейчас ее мужика сломаем. Давай, цыпа, выходи. Чень. О, у них копье какое-то есть. Стой. Что берем? Ну да, мечи стражников на 20. Самое простое такое оружие. Ай-яй. Дай, наверное, яблоки сожру, что есть. Надо будет как-нибудь заняться, вот, яблоки пособирать. Давай, иди сюда. Винт и винт. Такое себе. Вот, кстати, вот такие. Страж копье. Она лупит не сильно, но много отнимает. Ну, в смысле, удары быстрые. А второе мне не лезет. Печалька. Ладно. Неохота молоток выкидывать, потому что он может пригодиться. Какое-то длинное, длинное прям святилище очень. А ничего. Я копье сломаю, наверное. Опа, 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 опа. Что? Кто ж знал-то? Ну, хотя бы меня сюда портанули. Так, с разгоночки. Че, и тоже... А, нет, нормально. Мне повезло. Сейчас придется с гироскопом еще, да? Опять сундук. Древнее ядро. Вот такое я еще не собирал. Энергетический кристалл изготовлен по утерянной технологии. Похоже, служит источником энергии для древних машин. Ценная находка для любого ученого. Что за ядро? Кому? Ему кого-то надо отдавать? Я не знаю. Так. И чего? Короче говоря, молоток должен ударить по второму шару. Он, кстати, магнит. Да, управление мышкой, конечно, гироскопом. Вместо гироскопа это такое себе удовольствие. Попробуй попади еще. Слушай, а может быть надо как-то замагнитить его? Так я не достаю. Ну-ка давай попробуем спуститься.
Но шар явно металлический. Захват, но... Не хватает. Надо более сильный удар делать. Меня прям требуют, чтобы я это сделал гироскопом. Иначе мне шар этот не вытолкать. Ай, блин, ну он крутится же вот во все эти. Во. Ау. Я очень сильно долбанул по шарику, но окей, это получилось как-то. Это я сделал. Не совсем так, конечно, как хотели разработчики, но окей. И так сойдет. Причем ударил острым концом и не особо-то разгоняясь. Ну ладно. Получилось и получилось. Так, эта штука опять будет крутиться, да? Что с ним делать? Кнопка, что делает? Ага, значит поджигаем, короче говоря, вот эту вот площадку, на которой лежит шар. Он падает. Он должен подпрыгнуть. Надо успеть это как-то вовремя. Так, надеюсь, у меня попыток много. Ну и чё, куда он улетел? Так он точно не долетает. О. А как он должен перелететь-то так быстро? Он прям должен на вторую половину приземлиться. Так, а придавить-то тут ничем, да? Хм. Что-то надо такое. А, подожди. Нет. Можно было бы глыбу посадить, но нет, нет, так не получится. Смысл нет этой глыбы. Как он недалеко летит? О, я почти попал. Тайминг, короче. Надо определиться, в какой момент. Бля. Кашель достал. Я успел? Нет. Надо его сильнее закинуть.
Прям чтобы он перелетел на другую половину. Не хватает буквально чуть-чуть. Так, у нас же там ничего такого нету. Просто, может быть, чем-то надо что-то подложить. Да не, в такую даль, наверное, да, не надо будет тащить. Да, второй шарик-то вряд ли. Не-не. Сейчас я попробую стазиса. Можно же? Да, можно ее сковать. Давай, сковать стазиса. И в момент падения шара взял, присел. Так, ждем. Да, в момент падения шара, короче, он как раз туда и попадет. Все понятно. Сковать. Успел. Все, хорош. Решена загадка ваша. Вот тут. А тут, наверное, стадиса надо треснуть по нему, да? Ой, ой. Надо вообще стрелы переставить, а то у меня взрывных, ой, огненных уже не осталось. Так, надо как-то треснуть. Этим стазисом. Вот я говорю то, что он будет обязательно на удар стазиса. Вот какая кнопка? Где? А я разве бил тогда по шару? По-моему, я как-то не используя эти... Не используя никакое оружие. По-моему, я тогда просто так его ударом заряжал. Или нет? Я вот не помню, как стазис... Как заморозить предмет, скажем так, вот сковать это стазисом его. И потом треснуть по нему, чтобы он обрел кинетическую энергию. Давай. Так, я даже не успел рассмотреть, что произошло. Надо еще как-то туда попасть. Так, 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 а оттуда? Ну давай спланируем. Проход к сундуку будет? Албас. Албас-то хорошо. Кстати, поровнее, потому что копье бьет только прямо. Все. Пройдено. Да, непростой был данж. Со всякими стазисно замораживающими штучками. Да, 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 открыть сумку, окей. Можно, в принципе, в деревню к бабке вернуться. А потом продолжить отсюда.
К бабке вернемся, сейчас одно сердце я себе добавлю. Блин, листамина. Давай, наверное, сердце. Эту метку можно удалить. Где бабка сидит? Это я уже типа 20 святилищ открыл, походу, у меня, значит, в начале игры было, я поровну прокачал, два сердца добавил, и дважды я добавил себе стамины. Значит, сейчас у нас идет, да, на очереди сердце прокачка. Сейчас мы тут яблок заодно наберем. Тихо. Можно, в принципе, зайти в магазин. Стрел, допустим, купить. Так, капсулы сердца. Да. Следующий качаем стамину. 6 сердец. Я понял. Да. Блин, а уже 1:45. Надеюсь, магазины все работают. Интересно. Я вот ночью к ним не приходил. Так, продукты я покупать не буду. Да, стрелы есть. Огненная. Дороговато. Стой. Продадим ей что-нибудь. Да, хорошо. Я кое-что продаю. Так, янтаря, наверное, да, и продадим его много. Сколько у нас алмаз стоит? Я только что, кстати, его взял. Рубин 210. Алмаз где? Эй, где алмаз? 500. Неплохо, топаз 180. Так, давай. Продаю. Не то. Да не то я продаю. Вот, давай 9 штук. 10. 300 рупий. Я думаю, на стрелы должно хватить. Прям нужно. Беру все. 200 рупий. Ок. Беру все. Да. Шпительку почти. Огненные стрелы нужны, как и обычно. Такой. Так. Ну все, давай тогда перемещаемся обратно. Сейчас пойдем вниз. Раз, два, три. Вот на эти точки надо будет сползать. Первым делом мы, наверное, вот сюда сходим. Вот я не знаю, что это за круг вообще. Может быть, что-то интересное.
Так, а метка уже не показывается, да? Ну, удалил. Да, ее поставим. Топаем на зеленый. Бля, какие. О, слушай, ну их походу вариант. Боевой лук у них есть. Так, минус один. Второй подох. Подох. Крыло куса берем. Блин, трава тут. Их тема. Сколько? 15 у него. Ну, лучше, чем ничего, кстати. Не то. Ладно, копье бьет быстрее. Так что лапа такое. Вот, а боевой лук. Так, давай посмотрим, какой можно выкинуть. Ну, вот этот тогда и выбросим. А этот подбираем. Ну, у меня такое уже есть, кстати. Не ново. Ну что, дальше пошли. Можно как вариант заглянуть, конечно, под мост. Может быть, там что-то, кто-то, может быть, что-то есть, я не знаю. До свидания. Ну попробуем вот туда. Там, правда, всякие скверны и все такое. Но я не знаю, вдруг там что-то будет интересное. За шарик кубики. Вот опять встречаются кубики. Этого они на стене были. Ну и чего, захват. Может быть, этот кубик куда-то надо поставить, чтобы решить загадку. Может, это вообще не загадка даже. Не знаю, я что-то не понимаю, что они от меня хотят. Зачем эта постройка с одним металлическим кубом? Все это дело, я, по-моему, боссом пахнет вообще. Давай зайдем поиски и рисуемся. Аквамов мост. А будет по деревьям полазить, наверное, да, прежде чем туда лезть. Так, а сама скверна на меня будет просто так нападать? Она дамажит вообще? Да, она дамажит. Причем довольно-таки быстро у них. Я сколько яблок. Собираем что-то. Он не собирает. Ладно, до остальных не дотянулся. Так. Угу. Туда можно, в принципе, пройти, и там какой-то кентавр ходит, но
Я уже бился с кентаврами, и что-то как-то тяжеловато все это дается. Там у нас... Ну какая-то ли деревня или что-то такое? Все, метку собрал. Там таверн. Там мы, наверное, потом, да, пойдем? Стой. Ну да. Туда по-любому надо будет идти, как раз там святилище. Повыше чуть-чуть. О, я его вижу. Да-да. А здесь у нас, возможно, будет мужик сидеть с фотками. Ладно, давай посмотрим, что за кентавр. Как его завалить? Это вообще возможно. Может, мужик, который там прячется, он присоединится ко мне, не знаю. Так, ты кто такой? Я весь дрожу. Может, меня охватил воинственный пыл? Чё-то не похоже. А, ты чего пугаешь? Что ты делаешь? Я собираюсь выйти на арену и сразиться с монстрами. Побью их, и наградой мне станут сокровища и оружие. Во время боя главное не сводить глаз с врага. И я, да я так и сделаю. Я быстро распоролись с монстрами, а награда мне станут сокровища и оружие. И все, да, короче, у меня диалог повторяется. Не знаю, по-моему, рановато мне к этому кентавру лезть, вот я что думаю. Ну, давай попробуем. А вдруг? Сохраняем. Лизи. У меня 2000 оружия. Ой, здоровье. А я еще оружие потерял. Зашибись. Ну давай на Полтосова. Нет. Больно борзый дядька, нечего к нему лезть. Не знаю, что для него надо. Так, я лучше загружусь. Вот так. Чтобы ничего не терять, никакого урона, там фею ту же самую, я смотрел, то что он треснул по мне раз, с меня фея тут же вылетела, это значит он, то что он сваншотил. Я не знаю пока, как с ним биться, он больно шустрый, и чел этот не помог. Не помог, так не помог. Наверное, просто мне туда рано. Так, тогда так, спускаемся вниз. Ну, стандартная проблема открытых миров. Ты идешь, а непонятно тебе туда. Надо, не надо. Рано, не рано. Может быть, через 2 часа тебе туда можно, а может быть и нет. Так, тогда мы, короче говоря, удаляем эту метку, но здесь поставим другую.
Вот так. Я уже до этого встречал, кстати, этого кентавра, я не помню точно где. Вот тут он стоит. Возле восточных врат. И здесь мы такую же метку ставим. Третий кентавр, который не встречался, я вот не помню где. Но он такое, такого я уже видел. Я думаю, потом получше прокачавшись, может быть, какой-то меч посерьезней. Найдя, можно будет уже спокойно ходить и просто вот прям вырезать этих кентавров один за другим, а так пока сейчас рано туда лезть. Если найдется какой-нибудь меч с уроном на 200, я вот не знаю, какой максимальный тут, хотя бы на сотку, то надо достаточно раз 10 ударить по этому кентавру. 1000 будет. Надо дважды ударить. Попал. Хорошо. В общем, опал и кремень будем часто. Часто находить. Опал, кремень. Опал и янтарь. Их можно продавать. Здесь у нас есть кто-нибудь? Нет. А стой, 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 стой. Там то ли желудь, то ли что-то такое. Желудь. А, полезно. Все пригодится в хозяйстве. Но уже почаще мечи падают на двадцатку. 22-25, вот такой средний меч. Так, я, наверное, сначала поднимусь вот здесь, посмотрю, что есть. До дерева. Потом вниз на святилище, и потом в самый низ вот туда. Там можно и лошадь прикупить, и потом топать дальше по карте. То ли кто-то живет, или хотя бы что-нибудь интересное будет. Индарь. А с другой стороны будет что-нибудь. Тоже янтарь. Вот я десятку янтаря продал, и 300 рупий уже есть. Пока деньгами что-то особо не балуют, конечно. Ты такой вообще? О. Так, я сохранюсь. Я без понятия, кто там скачет вообще, ну кто-то загадочный. 150 у него здоровье, это враг. Так, стой. Сумка. Попитаемся яблоками, ничего страшного. Так, оружие. Хорошо, хоть броня не ломается, слава богу. Что поставить-то такого? Вот такой давай, да. Все, лупим.
пока он не очухался. Огненный жезл. Жезл огня. Волшебный жезл, созданный древними колдунами, выпускает огненные шары, хрупкие и может сломаться от удара, поэтому будьте аккуратны. Огненный жезл надо пацану в деревне показать. Как он бьет? Мне кажется, он потом ломается, да? Ты же им пользуешься, скорее всего, он будет ломаться. Так, окей. Секретов никаких. Репозы какие-то летают. Но они, наверное, тоже пригодятся. Так, а что там доклад? Святилище? Да. А я прям на него досмотрю. Я его уже отметил. Метка неверная. Стой. Кнопочка не та. Вот так. Все. Так, смотрим, да. Но эту пока тоже удалять не буду. Я думаю, перелетев на планере, можно вполне там спуститься к этому святилищу. Если что, от нее хорошо то, что между святилищами можно портоваться. Если оно где-то находится, не знаю, в жопе мира, то запросто свернулся просто с него там куда угодно. Никого? О! Пацаны тут. Придется обратно потом еще подниматься отсюда наверх. Ну, тут уже долго бежать не придется. Так, стой. Ну-ка давай, скажу хотя бы одну поймаю. Жар стрекоза. Вот это повышающая температуру тела. Ну все, они разбежались. Стрекозы, все, дождь начался. Святилище Рота О. Или Рота 0. Рота О. Хорошо. По ту сторону. Тут тупик. Это надо открыть ключом. Пока не знаю, что мне хотят. Сюда шарик надо какой-то. Какой-то шарик надо положить. Так, обычной стрелой. Все не просто так, по-любому.
Так, а если я его брошу? Шариком, наверное, вряд ли, да, я плавать умею. Тут сундук. Да, шар не плавает. Так, давай пока. Пока его тут оставим. По-любому здесь, да, проход должен открыться к сундуку. Да. Малый ключ. Так, подожди, надо теперь просто повернуть это обратно, вернуть. И потом открыть проход. Ладно, походу я понял. Чип. Это открываем, наверное, ключом. Да. И все равно сюда не попасть. Странно. Почему? Так, повернувшись сюда, что нам это дает? Надо шар туда забросить. Вот почему ячейки тут. Стрелы валяются. Надо подобрать. Оп. И. О. Ну хотя бы игра не забирает у тебя стрелы. Равней. Давай. Серьезно, не добросил. Че ты за ним? Недотыкомка какая-то. Ой, беда, вот объекты, конечно, толкать в воде, это такое себе. Его можно как-то притянуть к себе? Нет, он не магнитный предмет. Все, он может его взять. Так, а давай-ка мы туда попробуем, Слава. Надеюсь, я не упаду. Пик. Блин. Мне стамины не хватит вернуться. Да, покойник. Чуть-чуть не доплыл. Штраф одно сердце. Так, берем. Так, поближе тогда. Вот. Так. Добрасывай там до него. Не понимаю, с какой... На каком расстоянии его швырять? О, беда, беда. Шарик, стой. Куда этот шарик бросать? Может, подпрыгнуть и бросить? Нет. Все, попал. Отлично.
Так, эту штуку надо будет замораживать. Давай стрелу забираем. Скорее всего замораживает, я не знаю точно. Либо достаточно встать на нее. Да, достаточно на нее встать. Чтобы что? Лестница вообще. Так, давай еще раз подпрыгнем, что меня на планере. Я хочу ящик взять. Долетает. Чуть-чуть. Так, а если я перекручу это дело? В смысле, опущу его вниз. Что мне это дает? Где стрела? Это херсы. А так я, наверное, в потолок, да, ударяюсь? Да. Подожди. Да, в потолок. Еще деньги, так. Надо вот с той точки пробить. Ну, в смысле, крутить это дело. Вот так. Не то. Ну не то. Я сейчас еще попробую прыгнуть. Поровнее встать. Черт, блин. Так, собрались. Полет. Ну не долетает. Чуть-чуть совсем странно. Ну не знаю, почему он не долетает. Так, тут у нас за лестница, которая никуда не ведет. Это странно. Так, ладно, надо попрыгнуть, короче, и умудриться на планере еще выше взлететь, чем ящик находится. Я что-то вообще тогда не понимаю. Двигать, толкать, вроде нечего, да? Я вижу, кстати, потерянную стрелу. Мне ее уже точно не достать. Надо как-то взлететь. Успеть вот туда. Потом оттуда стрельнуть по вот этой штуке, чтобы она перекрутилась, и будет проход. Все понятно. Чего не долетает? Вот опять он чуть-чуть не долетает. Что за хрень? Так, давай попробую, короче говоря, прямо отсюда. Замечательно. Заткил. Не, не то.
принято. Вот как забраться-то сюда? Так, если ты стоишь тут, стреляешь по этой штуке, то тебя откидывает сразу же назад. Если эта хрень перевернется, то она окажется с другой стороны. Лестница мне явно никак не поможет. Не долетает, то он вообще чуть-чуть, просто вот какие-то, я не знаю. Ну, вот чуть-чуть. Стой. Во-первых, я вспомнил, что ящик у нас магнитный. Мы его можем открыть. Полетный меч. Обоюдно-острый меч Срита с облегченным лезвием. Это сделано для того, чтобы боец не терял мобильность и воздушный бой. Так, места нету в сумке. Что мы выкидываем? Огненный жезл нужен по квесту. Топор, наверное, я выкину. Что делать? Топор можно в деревне найти. А вот этот меч, он может пригодиться просто. Так, если я вот отсюда падаю. Да, так я не вижу вообще этот... стал. Что-то я не понимаю вообще, что от меня хотят. Но тут, мне кажется, лестница неспроста вообще. Стой. Я сейчас попробую туда, где лестница, встать, на ту площадку, треснуть по кристаллу и посмотреть, что будет. Так, вот прямо отсюда. Что получается? По этой же штуке нельзя лазить, да? Нельзя. Интересно. Ну да, да, мне туда надо, определенно наверх, когда эта штука перевернется. То он меня и подкинет. Надо стрельнуть вот туда, вот в этот кристалл. Только при каком условии? Да, конкретно стрелять.
Отсюда с этого ракурса вообще я этот кристалл не вижу, да? А вот он. Так, а его даже не заморозить, ничего. Печалька. Подожди, он же с другой стороны появлялся, разве нет? Да нет, так же. Надо с какого-то ракурса стрельнуть по кристаллу, чтобы вот эта стена стала полом, где я сейчас стою. Ну-ка. Просто на шару, конечно. Ну что мне туда? Надо туда забраться. Здесь потолок не дает. Он в потолок подпрыгивает. Слушай, может подлететь с замедлением времени? Я же только что сейчас так делал. Вот. Настроить с собой. Во-во-во, давай, давай, давай. Хорош. Это понятно. Долго же я думал, доходил до этого, но главное, что дошел. Слава богу. В
Причем подсказка-то была в самом начале даже. Я сейчас 2-3 стрелы где-то потеряю, но ладно. Не суть. Так, еще ниже у нас тут. У нас тут эта штука. Смотрим. Кто есть сначала в округе, наверное, да, обойдем. Конюшня окольная. Чем занимаешься? Бегаю, давай со мной. Нет. Здравствуйте, путешественник. Добро пожаловать в нашу конюшню. Чувствую себя как дома. Хорошо. Надо за ней поухаживать. Хочешь воспользоваться казаном? Да нет, наверное, пока. Хорошо. Так, у нас вон там художник стоит. Добро пожаловать, устал. Видишь ли, я люблю лошадей, поэтому записался в конюшенное общество. Меня поставили работать в эту дуру. Ну ладно, это я еще смогу пережить. Любить работать заставляют почти круглосуточно, вот и не высыпаюсь. Сочувствую. Сил совсем нет, тут кормят одними овощами, а мне мясо хочется. Я бы все отдал за сырую рульку. Да, это мясо, но не рулька, жаль. Я не люблю филе, гуски и всякое такое, да и рульки ем только сырыми. Это мало мне что даст. Я так понимаю, рульку только можно у кабана найти. Это конюшня окольная, та еще дыра. К северу Харульское увалье, за ним деревня Рито. А, ну, понятно. Сарай рулька. Класс. Эх, вот бы поохотиться на горе Сатори у Харульского увалья. Там полно зверей, но у меня столько работы, что даже на охоту не происходит. Понятно. Что у нас продает? Эй, та-да-дан, мы только не встречались, хочешь купить? Посмотрим, что продает. Стрела. Давай что-нибудь продадим его немного. Парочку хотя бы. Давай, 3 опала. Чё, 3 штуки, да? 180 рублей. Я не знаю, блин, стоит ли стрелы покупать. Нет, наверное, пока. Что это такое? Слухи Хайрула 3. Прочесть. Всем привет. Трилисса готова поделиться с вами самыми свежими слухами. Сегодняшняя тема. Смешные короки. Во мраке ночном среди сонных деревьев, хотя и средь бела дня в принципе тоже, этих милых лесных духов можно найти всюду, например, под камнями в разных укромных местах. Но это понятно. Это я уже понял. Рейтинг 3 звезды из 5. Ни о чем. Добро пожаловать. Нет. Так, ну и к художнику, да? Этот колодец я хочу смотреть. Какой-то он подозритель. И он не то. Колодец, походу, вообще залезать нельзя, да?
Так, у этого квест, мужика. Говорить. Так. Привет, рад встрече, путешественник. Вот уже где только не был. Если лишь какое-то особое место, могу подсказать. Может, у тебя даже картинка есть этого места? Ну, давай. Угу, с лошадью, я помню это. Ага, статуя лошади, это Сединский парк. К северо-западу. Отсюда, на Царском холме. Там найдешь статую лошади. Так, карта. Может быть, здесь это лошадь, но не факт вообще. Надо знать название, ну, конкретное, где эта лошадь может быть. Сединские горы какие-то. Пока вроде из открытого ничего такого вроде нет. Так, ладно, мы этого мужика тогда отмечаем, он нам будет... Давай еще раз. Картинку, смотри. Сединский парк. Царских холм. Царский холм. Царский холм. Не знаю, нет. Это, наверное, на закрытой территории. Ладно, это мы дело потом загуглим. А мужика мы сейчас отметим на карте. Стой. Карта. Ну и вот так вот. Метка, какая у него будет. Он, по идее, квестовый же у нас, да? Все. У этого квест. Путешественник, вы случайно не встречал белую лошадь? Мне мой дед рассказывал, что он видел на Царском холме, опять же, белую лошадь королевской семьи. Правда, это давно было. А недавно ко мне приходил кое-кто, кто тоже видел белую лошадь на Царском холме. Может, она родственница той белой лошади королевской семьи, о которой мне рассказывал дед. Слушай, по-моему, это квест, короче, как раз во время которого можно найти самую, типа, лучшую лошадь в игре царскую. Возможно. Если ты найдешь белую лошадь, можешь привести ее ко мне с радостью. Но обязательно зарегистрируй ее в конюшне, прежде чем приводить ко мне. Говорят, у белой лошади на Царском холме нет ни единого пятнышка. Я слышал, что ее очень трудно поймать. Удачи. Так. Задание. Кто? Так, а у нас мужик причем, да, только отмечается. Отмечается мужик, которому привести эту лошадь.
Точно? Да. Направляешься в деревню Ритуа, подоследуй по дороге на север к Табанскому краю. Если не хочешь встретиться со стражами, лучше сделать небольшой крюк и повернуть на восток. Кстати, недавно торговлей занялся, на одну зарплату теперь не проживешь. Купи у меня что ли? Ну, показывай, что есть. Только старело. Двадцать рупий. Давай две возьму. Да, не то, не то. Я не знаю, что выгоднее брать. По-моему, одинаково, да? О, пускай побольше стрел будут. Они пригодятся. Так, ну и все в этой деревне. Теперь надо этот холм искать. Слушайте. Но сначала пойдем туда, на второе святилище. Зале к северо-западу. К северо-западу. Ну, блин, не знаю. Вот эти холмы могут быть вот здесь. А могут вообще в соседней территории быть. Северо-запад отсюда. Понятие растяжимое. Ладно. Пока на открытой территории я позачищаю вот эти вот всякие. Ну, найду лошадь, точнее, найду холм. Найду и получается квест. Квест с мужиком. Лошадь, которую надо взять. И попробую лошадь поймать. Но, как показывает практика, лошади ловятся... Я с холма полечу. Лошади ловятся с помощью зелья, чтобы подкрасться к ней. Потихонечку. Выпив зелье этой какой бесшумности или что-то в этом роде, короче, и потом... Он нормально к ней подойдет. Главное, чтобы усидеть. Возможно, усидев на ней, как бы, надо больше стамины. Где же я видел-то? Вот тут, да, где-то. Ой, господи, пронеси, давай, полетели. Хотя можно и так, по-моему, да? Перебраться. Правда, мы гоблинам не пойдем. Мы их вот так облетим. Чуть-чуть подальше. Там босс. Висящий мост Дигдога. Быстренько заловим. Годится. Так, ну тут сохраниться надо будет в тему. Я вот не знаю, за некоторых боссов дают просто еду вообще. Ну вот за такого большого дадут мне, скорее всего, еду просто. Вот он нужен мне. Ну давай так. Страж меч плохо. Ну да, давай второй. Эти мечи легко достались. Легко сломались, короче. Полетный меч, я вот не знаю, он нужен, может быть, для чего.
Меч молнии. Вот у меня их два. Тихо, я сейчас подохну. Меч молнии, кстати, если дождь идет, возможно, я больше урона могу нанести. Там же что-то какие-то такие механики есть. Так, вот это дело сожрем. Я все равно падал. Но нечего ему этим мудя разглядывать. Так, давай, наверное, перекур. Мы сейчас еще раз попробуем его замочить. Может быть, даже со стрелова лучше будет заходить. Сейчас я подойду. 3 минутки. Гироскоп он накрутил делов. Так, все, давай, перекур. Продолжаем. Но придется загрузиться все-таки. Я там, по-моему, фею, да, забрали. Загрузить. Вот отсюда. Сейчас попробуем максимально стрелами нанести ему урон. Только мужик в яйцо тебе.
отношения. Не очень-то много и стрел на него надо. В глаз бы попасть. Ну, а так и будем его гонять. И ничего он мне не сделает. О, даже в глаз попал. Оп, еще раз. Ну, чисто случайно. Так, нет, лук, лук. Какой? Ну, выбор небольшой. Двадцать стрел, половину здоровья я у него снял. Но зато никакого этого, никакого отхила я не потратил. Давай чуть-чуть мечом. Тихо, блин, он наступил на меня. Чё б так? Или надо посерьезнее съесть. Да-да-да. Давай вот так. Два лука об него сломал уже. Осталось-то чуть-чуть. Давай посмотрим, что за меч. И как он бить будет. Короче, 40 стрел у меня на него ушло. Боевой лук выпал. Хорошо. Сабля лунного света, украшенная изящными надписями на языке Геруда с элегантным и крайне острым лезвием. Раньше использовалась при проведении праздника. Хорошо. Копье. Да и места под него нет. Жареный тихоход. Но я уже таких собирал, тихоходы эти. Зубы, сердце, хинокса, огромное сердце. Присмотреться, видно, что оно еще пульсирует. Сварите из него зелье и найдите другое применение. В общем, немного рыбы с него выпало. Тут опять какие-то постройки, что это такое. Для чего это надо? Не знаю, непонятно. Святилище где-то внизу. Святилище, вот оно.
Ну давай, давай туда и пойдем. И босса завалил, святилище нашел, хорошо. Ой, какой? Второй только, да, за сегодня. А, ну как бы третий. Так, испытание силы один. О! А, я два уже прошел, кстати. Давай, наверное, какой-нибудь такое вот, пускай оружие будет. Причем я знаю, где испытание силы 3. Сейчас с него эта штука выпадет. Неплохо. Ну и все. Вообще надо эти вещи, блин, как-то парировать, чтобы больше урона наносить. Но не получилось. Копье. Страх копье у меня уже было. Она такое себе по урону. Но вот эта штука сломается быстро. Выброси. Не то выбросил. По-моему, у меня третий вал собрал. Можно стазис прокачать. 5 ядро. Я не знаю пока, для чего эти ядра я собираю, но уже второе. Да, пропустить. А наверх, наверное, на мост я уже не заберусь, да? Да ну, конечно, мне стамина не хватит залезть. А, плод работает только... Вот можно это дело поджечь. И он, возможно, по течению поплывет. А надо мне оно? Сейчас у меня унесет куда-нибудь хреновое. Так, тут дальше, по идее, если идти по мосту, тебя переносят вот в эту локацию, где у нас находится один из сюжетных боссов. Туда мы, значит, потом пойдем. Возвращаемся, значит, в деревню, вот в эту. Мы здесь валы прокачаем для стазиса. И тут еще бегает пацан, который огненный жезл просил показать ему. Потом возвращаемся сюда и идем смотреть, что у нас тут наверху. Пацан, наверное, ночью не бегает, да? Ну ладно, давай переместиться. Ну, пару квестов решится тогда таким макаром. Трава, деревянные предметы, например, ящики хорошо горят, их можно поджечь факелом. Понятно.
Что за ядра? Я не знаю. Так, говорить, салют, принес детали. Вот детали. Стазис. Хорошо. Три древних ядра. Подожди, она жевала и просила. Так, окей. Где? Винт. Шестерня, пружина. Да, три древних ядра, у меня два только. Подожди, а почему мне тогда, блин, показалось то, что она... Вот, вал. Она же валы просила. Разве нет? Ну ладно. Илья Пасканный. Привет. Как самочувствие? Здорово. Да как, чё? Кашель, сопли. Не фонтан. Ну, вроде температуры нет. Ладно, пойдем к мужику. Тан-тан-тан, нужны фотографии, локатор, фотографии. Не то. Так, ну еще получается, что, еще одно ядро вот это древнее, и тогда можно будет... Тогда можно будет прокачать стазис. Не знаю, что он даст вообще. Яблочки пособирать. Ну, залезайте. А, бля. Тут придется подождать до утра, пока пацан не появится. У нас по деревне вдоль бегает. Будем пока на яблоке охотиться ночью. Потратился маленько. Кстати, можно будет что-нибудь продать. Еще стрел купить. Они продаются вообще. По идее, магазины обновляются, правда, не так быстро, как хотелось бы, но они обновляются. Чё так высоко яблоки запихивают? Сейчас нужно достать. Что за баба? Родос. Это мужик. Привет. Ну, тут мужики, бабы, я не знаю, они тут все с острыми ушами и мало чем отличаются. Приятно сидеть на свежем воздухе в прохладную ночь. Чем занимаешься? Я слежу за мельницами. Мы вместе с женой работаем, но по очереди. Это она предложила работать посменно. Очень меня любит. А ты что тут среди ночи делаешь? Я грабитель. Так, я заблудился. Как говорится, все мы заблудились в дремучих лесах нашей жизни. Да он философ прям. Иди в гостиницу, она за мостом. Там можешь сколько угодно объяснять, что заблудился. Так, подожди, если заменить? А если заменить? У меня почему-то сейчас только этим заблудившимся называют. Та-да-да-дам. А получится плохая. Я путешественник. Ясно. А я уже подумал, что ты грабитель. И все, да? Лаконичный, конечно, у нас диалог просто. Что это такое вообще? Светильник какой-то. Я раньше видел, как профессор института зажигает на синий огонь. Так это я этим я уже занимался, спасибо. Если хочешь туда попасть, поднимись на эту холм. Да, нет. Бесполезно, мужик. Че, надо яблок еще по это потырить. Надеюсь, меня никто в жопу с солью не стрельнет. Я уже забыл, где, кстати, где стрелы продаются. И надо будет найти костер, чтобы покемарить. Сколько? 3 часа ночи сейчас.
Мужику вообще не спится. Он зазывал. Фарф. Еще яблочки. Кстати, можно, в принципе, особо и не отдыхать. Через час 20, типа, будет рассвет уже. И они все должны повылезать со своих этих норок. Магазины подкрываются. Но, возможно, магаз работает. Давай зайдем. Магаз работает, даже ночью причем. Так, я потратился много на обычные стрелы. Жратва вроде есть. Дороговато. Две беру. Надо что-то продать еще. Хорошо, 40 рупий, но забирай. Забирай, ирод проклятый. Да я беру две, да. Так, значит, 10 стрел, а я потратил 40 тогда. Говорить. Доброе утро. Кое-что продаю. В принципе, собранные яблоки так-то ему можно продать. Но это что-то вообще безумие. Зачем туда? Я их лучше их ими похилюсь. Что-нибудь продать бы такое дорогое. Вот прямо это. Надолго хватило. Ну, постоянная нехватка с баблом. Но подножного корма прям вообще много. Сварит. Что еще можно продать? Зубы давай продавай. Отрицательчик. Все равно качать шмоток пока нечего. Я думаю, это в копеечку надо улетит. 240. Так, и половину рогов. Вот эти. Они с мобов валятся, так что нормально. 28, да. Не густо, но пойдет. Так, чего-то еще у меня, наверное, да, много. Так, рис я продавать не буду, потом я когда засяду готовить, короче, он пригодится. Как-то вот все по одному, и неизвестно, когда оно тебе пригодится. Но для прокачки определенно. Может быть прокачка, может быть улучшение оружия какое-то. Вот, наверное, крылокус, да, их много. Крылья эти прям фармить можно. Не думаю, что прям уж очень нужно. Так, сейчас стрела не затарится. Давай. Это все, да? Каких у меня? 37, 46. Взрывная. Так, а это какие? Тоже взрывная. Ладно, давай еще взрывных возьмем. Они как бы хорошие. Тебе. Да, блин. Я из-за раскладки путаю кнопки. Передумал. Купить. Беру все. Это слишком дорого. Давай две. Хватит на две. Задолбало. Так, все. Покупаем. 700, да ты серьезно, вы издеваетесь? 700 рупий, у меня столько бабок нет. Да поодиночке тогда покупать. Ну, допустим. Взрывная стрела. Здорово, Тайс. Здорово, мэн. Блять. Сраная инверсия раскладки. У меня B это А, и А это B, блять. Я постоянно не то проживаю.
Все, наконец-то я купил это дерьмо. Слава богу. Тут 1008 раз надо было прожать ошибочно. Зато гироскоп работает. Слава яйцам. Кстати, вот этот чувак, который трусы нюхает. Это трусанюх Мэнни. Ждем малого. Он должен появиться на улице. Я не знаю, правда, в дождь он пойдет или нет. Моя лошадь все промокнет. Интересно вообще, как эта фауна здесь пашет. Ну, в смысле, если идет дождь, то яблоки заново вырастают или нет? Кто-нибудь разберитесь монстрами на Хатенском пляже. Все непременно. Анна, что ты там, как она? Как дела? Сколько лет, сколько зим? Целых 2 дня не виделись. А то ли 3, да? Не помню. Малого надо будет подождать все-таки. Когда они все вылезают? Кстати, скоро погода изменится. Пошли яблоки воровать. Кузнечик, походу, уж ушел. Ну ладно. Ля-ля. Путешественник, что случилось? Странное место. Как сам? Да приболел маленько. Александр Комендант. Так вроде нормально. Потихоньку, не торопясь, как сам. Там как сегодня? Свободен, занят. У меня дополнительные выходные, все фигня. Где бы отдохнуть? Необычное место. Ну-ка, может, он что расскажет. Понятно. Он мне рассказывает там, где я уже был. Такое странное место. Стой, мужик, подожди, не принимайся за работу. Кстати, вот он, типичный представитель деревни, который просто готов в дождь и в слякоть, и ветер, и все. Ну, короче, в полную непогоду батрачить на огороде, чтобы потом картошкой какой-нибудь затариться и потом всю зиму не жрать. У меня примерно родители так же поступают. Я дома. Заходи, как закончишь. Ок. Ок. Странное место рассказываю. Что такое? Тогда загляни в красильню у моста. Нет, я был в вашей красильне, там шмотки покрасить бешеных бабок. Антон, всем привет. Здорово, Егорыч. А ты у нас что, в Кодоре, нет? Аль ты у нас это? На работах весь. Ну и погода, согласен. Так, ну у нас все жители повылезали. Мне малой нужен. Какие-то курицы стоят, трещат. Кто такой? Ой. О. Детали стражи? Ну-ка, ну-ка. Древнее ядро, 320, ни одного не хватает. Ни хрена у них цены. Антонов. Ну что, почку продавать? Заходи к Тайсону, может, если он не против. Посидим. Короче, я у этого мужика покупать ничего не буду. Я и ядро как-нибудь сам заработаю. Так, телки, чё вам? В чем дело? Ты что, подслушиваешь? Ну, нахал. Ну и молодежь пошла. Разве можно так нагло подслушивать? Родителям-то все расскажу. Кстати, Линку уже очень дохрена лет. А Линку... Александр Комендаров. Я за. Ну вот, Тайсон за. Так что, заходи, Егорыч. Линку, по-моему, уже 10 тысяч лет, если не больше. И вот эти клуши, получается, они меня называют сопляком. Ну, я не знаю, может быть, он просто низкорослик, он типа хоббит ужасный, короче. И его стебают за рост. Наверное, у него такой же махонький пенис еще.
Что поделать, что выросло, то выросло. Это не уродство, это не приговор, так сказать. Кстати, я тут прочитал. Я пока малого жду, можно и потрещать. Я тут прочитал. Короче говоря, у нас имеется 12 игр про Зельду. Причем я раньше же в Зельду не играл. Я думал, что Зельда это тот, кем ты играешь. Вот этот ушастый идиот. Нет, Зельда это его тёлка, которая вечно там спасти принцессу и все такое. О, малой, кстати, выбежал. И вот таких... Стой, блядь. Я чуть малого не застрелил. Таких вот игр про Зельду 12 штук. И там разрабы настолько запутались вот в этих вот историях, то что есть три параллельных вселенных, во-первых, которых Линк то там, то тут, короче говоря. По сути, есть, насколько я понял, 12 Линков, 12 Зельд и 12 этих ганонов, в которых он бьется. По сути, сюжет элементарный. Спасти принцессу. То есть, я не знаю, когда Nintendo уже отойдут просто от этой фишки, то что ты избранный, ну типа ты Марио там, да, вот ты Зельда, короче, тебе нужно спасти принцессу. Когда вот просто закончим, блядь, спасать принцессу в каждой игре. Я не знаю. Сюжет такой, то что ты избранный, нужно спасти принцессу, убить злодея. Все. Но вот это вот то, что там с перемещениями во времени, вот эти вот всякие там параллельные вселенные, они там сами позапутались, короче. В итоге Nintendo, который разрабы, не помню, как разрабы зовут, короче, он, они выпустили отдельно книгу, там такой вот талмуд, я не знаю, листов на 200, наверное, а то и на 400, короче, там, где объясняются все вот эти вот заманухи, кто куда, кому, короче, сестра, брат приходится и так далее. И по сути-то зачем? Зачем это все? Что, ну, естественно, высос бабла, как с фигурками и так далее. Но не знаю, могли бы просто вот придумывать. Если вы не знаете, что клепать, назовите Линка по-другому. Там, не знаю. Все-таки сюжет бы строили, а то... Короче говоря, можно поиграть в одну из Зельд, ну, в любую игру Legend of Zelda, и понять сюжет, и другие игры их не, ну, вообще не затронут. То есть ты вообще ничего по сюжету не потеряешь. В принципе, универсально, с одной стороны. Так, я не того малого, кстати, понял. Ну, то второй бег. Надо малому огненный жезл показать. Кстати, в этом нет ничего пошлого. Аст. Дядя, слушай. А ты так умеешь? Как? Строй, да? Хва-хва. Я умею, я не умею пока. Ну, допустим, я умею. Я так и думал, а все умеют. Бля, разговоров-то было, ну серьезно. Так, где еще малой тогда? Вот еще какие-то дети. Ага, привет. Я люблю бегать, потому что бегать это весело. Сомневаюсь. Что я еще люблю? Я много чего люблю, могу тебе рассказать. Кого ты любишь, что ты любишь. Иди ты, заяц. Вот это. Вот, наконец-то нашел пацана. Четвертым оказался из всех. Вот смотри мой. Вот смотри мой огненный жезл. Сейчас как Линк достанет большой толстый жезл. Ух ты, вот это да. Дедушка был бы рад это увидеть. Заодно и деду света на нем жезл. То педофилией пахнет, то геронтофилией. Вообще замечательно. Ух ты, вот это да. А, ну да. Большое спасибо, вот возьми. Денег дал. Дедушка сказал дать это тому, кто покажет мне оружие. Так. Чтобы еще посмотреть. Ах ты падла. А, точно. Про моб дубину. Эту штуку только в книжках видела, по-настоящему ни разу. Если найдешь, покажи мне.
мог дубину. Я не знаю, где искать. Ладно, я жезл хотя бы показал, можно теперь его хотя бы израсходовать. Но он, скорее всего, действует как слог, причем не очень хороший. К тому же у меня пустого места нет. Ладно, его мы не будем юзать. Так. Пацану квест дали. Все. Погнали, короче, вот отсюда, через стражника на лошади. Надо будет быстро проскакать вот на эту метку. Полетели. Натяните лук в падении или прыжке, у вас будет больше времени, чтобы прицелиться. Ну вот, я только сегодня, кстати, в основном с этой механикой познакомился, то что время замедляешь. Потом это будет использоваться в открытии святилища, естественно. Основная фишка игры — это проходить святилища, их искать, находить и проходить. Больше, в принципе, ничего такого тут делать и нечего. Сюжет элементарный. Но вот попробуй найдите святилище. Просто вот стоит стражник, который шотает вообще запросто. А там сзади второй. Ну, плюс еще такие небольшие всякие интересности, сундучки. Вот, янтарь. Янтарь нашелся. Так, давай лошадь позовем. Блять. Надо, короче, не запнуться нигде. Да иди ты отсюда. Блять, ты сюда ставишь. Ой, беда, сейчас меня долбанут. Они на перевес стреляют. Так, давай. А, он идет прямо за мной. А, может, 1,5 штуки у него хп. Да ну, вы угораете, что ли? Чтобы я все оружие на него разбил. Лошадь давай позовем. Надо на лошади удирать. Лошадь он по-любому здесь трогать не будет, пока она к нему подходит. Давай, псина. Где? Лошадь? Да, походу, они с лошадью вместе застряли. Ну? Ладно, там что-то между копыт ему проскакало. Все, и текаем. Да чё... Какое тут убогое вообще управление лошадьми. Это вообще, блин, это очень плохо сделано. Быстрее вали. Лошади неповоротливы. Лошади тупят. Лошади застревают. Так, у меня какая-то прям охота идет. И ты, козе, в трещину задолбал. Так, все. Стоять за... Бля, да, опять двое. Да вали ты быстрей. Так, вот здесь они заметят его. Быстрее, ну, прячься ты куда-нибудь. Ага, понятно. Понятно, почему мне никак не уйти, потому что он идет прям за мной. Чек, долбанет меня. Не попал. Ну, пожар устроил, кстати.
стало шатки. Лошадь завалил, да? Ах ты гнида живушка. Взял лошадь, мою забубенил. Вот ты серьезно, а? Что там у нас по сохранению? Да, что, отсюда только. Очень много стражей. Сразу же. Такая падла. Надо быстро вскочить на лошадь, дать ей пня и валить оттуда куда-нибудь в сторону, я не знаю. Давай в сторону, куда-нибудь, быстрее. Почему она тормозит? Потому что обрыв, да? Чё надо? Блять, она слишком испугалась, да, или что-то такое. А, я ее просто застигал, потому что... Почему ее в сторону ведет? Вот почему она, блин... Я сейчас ничего в стороны не прожимал. Она почему-то решила повернуть. Ну, завалят же сейчас. Ты сейчас довыделываешь. Ее теперь влево клинит. Не знаю, может быть, ее типа наглаживать надо постоянно стоять. Тогда, может, ей лучше будет управлять, но я сомневаюсь. Очень беда полнейшая. Вот так она скачет вроде прямо. Я вот вообще сейчас стики не трогаю. Теперь она не слушается. Нажимаешь влево, она вправо берет. Так как ты поворачиваешь? А? Отношения? Не знаю, буду дергать эту лошадь до последнего, пока она рук не созреет. Пять. Вдруг правда с ней, типа, отношения с лошадью зависят от того... Опа. Ну-ка остановился. Лошадь, стой. Как-то вообще, я смотрю, фауна не очень дружелюбно ко мне настроена. Чё за звуки? Ну давай. Курлык, курлык. Я думаю, на холме святилище. Дроиды какие-то летающие. Давай-ка мы слезем. Да, тут же стражник идет. А чё так стражников-то много? Их тут двое. А ничего, что у них по полторы штуки? Так, ладно, я хотя бы до святилища добрался. Лошадь слышит? Да, лошадь слышит и идет. Повезло. Кататуки. Нет. Не явно рано шакалить по этому району. Но в принципе все механики уже открыты, все механики есть, с помощью которых можно пройти этот пройти святилище. Единственное, что не нарваться бы на испытание силы 1 опять. Я ж только что проходил испытание силы 1.
Короче, таких будет несколько, да? Ну ладно, с них палки хотя бы сыпятся. ХП у него 150, немного, так что завалим. Кстати, за него ядро дано. Херня. Парировать бы его. Ладно. Парирование очень полезная механика. Она потом пригодится. Но быстрее меня наверное завалит. Так, давай. Взял мне щит, сломал. А чинить кто будет? Тетя, может быть, дядя Петя. Все, давай. Да выдайте мне какую-нибудь борзую пушку. Ага. Трошка. Ну, одно сломал, одно взял. Пока только кентавры вызывают, вопрос, как их мочить. Королевская алебарда. Роскошно отделанное оружие рыцаря, хранявший трон, залы и иные важные помещения замка, изготовлено лучшими придворными мастерами. Места нет. Ну, раз нет места, давай что-нибудь выкинь. Сколько можно этим жезлом пользоваться? Ломается все оружие. Так что будем действовать от этой колокольни. Я же не думаю, что если оружие даже дальнобойная, типа как у мага, трость и все такое, там, палка. То оно прям будет бесконечно. Такого не может быть. А, вот, я только что прочитал то, что оказывается бумерангами. Можно кидаться, еще оказывается. Так, дальше идем. Рядом еще одно святилище. Надеюсь, получится пробраться. Что за домики? Но мне сюда явно рано. Я типа пуд соли еще не съел, чтобы с дронами биться. Ладно, я попробую хотя бы. Потому что в таких местах может быть хороший лут. Так, две лестницы. С одной типа ты приходишь, да? Залупа не может до вас добраться. Я не против. Так. Я сюда зашел или вышел? Или типа эта штука сквозная? Ой, как подвисает. Это эмулятор прогружает текстуры. Запоминает. Так. Да, я с другой стороны зашел.
В лес давай спустимся. Желудев пособирать, что ли? Так, а лошадь заберется? Но она в обход пошла. Вот вас сообразительная. Могло быть и хуже. А, все, не может добраться. Тихо. Он спалил меня. Так, ну лупим тогда, что в сторону? В сторону святилищ. Все, он отстал. Ощущение, что он там застрял где-то. Странные дела. Ты открываешь карту, половина святилищ ты можешь добраться без проблем, никто тебе не нападает и все такое. Но другая половина святилищ там, либо дубак жесткий тебе не пройти, либо еще какая-нибудь хрень, типа вот тут полно этих дроидов и так далее. Ну вот как. Сюда надо один положить камушек, и выпадет корольский этот пацан. Камень должен быть поблизости. Мини-головоломочек. Понял, хп у этой штуки. Явно не с моими стрелами. Ну тут уже прям мордор начинается, это стопудово. Я прям очень впритык пришел, рискуя всем. Вот. Ну это проблема открытого мира, ты не знаешь, когда, в какой момент тебе подойти туда будет. Где тут? Куку. Рожу перекосило. Нашел. Курлык, а где она? Ну-ка давай с бином. Тихо. Я не вижу святилища. Так, ладно, полетели. Оно на горе, скорее всего. Я лечу правильно. Управление верно. Так. Как в тему дождь пошел вообще? Просто скопыт. Ну и что мне ждать, пока он закончится? Ну он так сейчас и будет падать. Ссаный дождь вообще тем, вообще отстой. Так. А с другой стороны стражник будет, да? Прыжок, вот, нормально. Где-то тут. Так, подожди, давай вот отсюда я попробую забраться. Чего? Ну, либо в скале где-то. Да, они спрятали святилище. Там шипок. Так, ну наверху его точно. Рядом прям.
Ладно, давай войдем. А, не то, не то. Управление неверное, да? Либо она у подножья этой горы, либо прям в самой скале. Может, какой-то квест надо сделать. Да, еще вас не хватает. И все, опять радар заткнулся. Показывает, как будто прям вот наверху. Он сейчас свалится, да? Ну давай. Давай я всю эту гору обойду вообще. А вдруг все-таки какая-то пещера есть? Два варианта. Либо это святилище открывается по квесту как-то. Может, он вообще не тут? Может, он соседний? Вряд ли. Где это может быть? Не то. Так, давай попробуем подниматься. Направление-то вроде типа верное. Давай, шастать ты сможешь. Так, стоять, перекур. Ну и все. Чё-то не загадки, не NPC никакого, вообще ничего нет. Только радар маякает и все. Попался? Почти. Его можно седлать, только я не вижу смысла зачем. На оленях я уже катался. Он прям показывает, что где-то тут, но где он? Где-то по прямой, только не тут.
Давай, 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 ну. Вдыхаем. Дождь. Я не плачу, это просто дождь. Это святилище где-то подо мной. Я не знаю, как. Так, повиннее стало, что происходит. Там у нас какие-то деревья. Домики раздолбанные. Все. Здесь. Пацан. Здорово, пацан. Его, походу, забыли. Не знаю, что это за святилище такое и как мне надо попасть. Дальше. Мы сюда метку поставим. Оп, пускай такая будет. Редкорнер клаб. Что-то в этом районе часто подгрузка идет. Кого не хватало, так это его. Они мне пройти не дадут. Не знаю, может, на параплане там надо как-то спускаться. Короче, я сюда не пойду. Рано мне тут еще тусить. Да, продолжить. Так, светлячки-то у меня остались, не? Где-то у меня фея была. Да, вот она. Так, хорошо. Попробовать обойти. Вот так. Попробовать сюда пробраться. В центр мне не дадут пройти, это по-любому. Прям засилие зла. Пью, 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 пью. Да хер его знает, где это святилище. Так, давай. Так вот, поставив метку.
Где-то тут у нас, да, по-моему? Да. Я здесь отмечу. Может быть, придется как-нибудь сюда вернуться. Серьезно, только что с этой горы спустилась. Не, перемещение на лошади это какое-то страдание просто. Едет? Да, спускается. Давай, давай, давай. Так, ты только не тупи, лошадка. Я понимаю, если она копытом едет в этот. И тоже, да, на пользу не пойдет. Тихо. Уже два стражника. Да-да-да-да-да, ну быстрее ты. Тут их три уже за мной, по-моему, да, летит. Но он быстрее. Главное, чтобы она не тупила. Ее ведет во все стороны просто. Вспомни, как в РДР плавно лошади можно управлять, так вообще классно. А тут эта лошадь просто на тебя не слушается вообще никак. Давай, что тут? Лук берем. Как раз одним словом. Так, не очень, да, было решение, наверное. Да лошадь, блядь. Одна. Надеюсь, было где-нибудь автосохранение поблизости. Тут у меня фею забрали, да, получается? Нет, слушай. Не забрали пока фею. Хранение прошло возле дома, да? Все, я настроился. Давай, ну, почему влево? Да не, лошадь сдох. Допустим. Надо просто оттуда выбраться. Стороной как-то обойти. Стражники это не дают. А теперь его нет. А нет, есть. Все нормально. Попал. Попал. Он прям за мной бежит. Лошадь, ну не тупи ты, ну не останавливайся. Что мешает? Да
какая-то у него же есть, да, зона покрытия. Ну. Блять, ну он просто очень быстро за мной бежит. Все, вроде отстал. Привет, Зорька. Гладим. Да. Ну, чудо редис больше на Иван Чайпов. Так, там еще один босс. Ну, вообще, я святилище искал. Я не знаю, может его надо завалить. Чтоб святилище появилось. Причем ты открываешь карту с вышки, ты не видишь эти святилища вообще, даже половину не видишь. Я только одно увидел с карты. Ну, с вышки. Все, как бы. Так, а тут этот... Тут молчит радар. На, попробовать его завалить. Ну что он святилище закрывает? Треснул-то, а? Да серьезно? Ну да, у него покрытие большое. Я не знаю, стоит ли вообще его валить. Ну там какие-то пушки, кстати, с него падают. Давай, наверное, что-нибудь посерьезнее, да? Возьмем. Чтобы быстрее напинать. Ну так, допустим. Неплохо. Все, текаем. Чуть-чуть с лука. О чем нет? Ай-яй-яй. Ладно, хрен с ним, с феей. Опа, как тебе? Готов. Ну, он мне в один меч обошелся и буквально 3-4 этих стрелы. Что даются? Фары, зуб, ноготь, окунь, зуб, жареный краб, ну... Боевой копье. Меч боевой. Так, стой. Копье я выкидываю. Ни о чем. Боевой лук.
чуть-чуть получше вообще напиток. И все, да? Я думал, хоть и раз сохраняешь что-то. Нет. Ни светилищ, ничего. Причем и эта штука тоже молчит. Свистел нам, только эти обезьяны выпрыгнули. Все, текаем. Текаем, то быстрее ты езжай отсюда. Стой, у нас там один же мужик просил как-то этот, как его. Стой, сейчас кабан уйдет. Он далеко, да, убежал уже. Печалька, я думал, тут какая-то штука сидит. Не, хана, кабана не найти уже. Я даже лошадь ты, смотрю, не нашел. Постоянно вправо, то влево. Животных каких очкует, я не знаю, просто всего очкует, поэтому ее ведет в разные стороны. Этого юмора не могу понять, почему так. Давай посмотрим, что тут. Она не двигается. Да давай ты, ну хоть выскочит отсюда, ну твою мать. Вроде все в игре нормально сделано, но вот управление лошадью — это просто отвратитель. Просто он ее телепает в разные стороны, я не знаю. Так, ладно. Я не дам искал. Или маковку, а? Я не там, правда, искал. У меня метка-то другая стояла. Я метку себе отметил, чтобы добраться плюс-минус до этого участка. А святилище дальше. Вот, вот почему тебя туда прет? Влево, вправо ее несет. Что ей мешало сейчас взять и просто проскакать по этому мосту? Нет, ей нужно было вправо, чтобы ее занесло. И потом тогда этот, она начинает кричать. То, что типа, а, обрыв там, я не могу дальше идти. Что за хрень вообще? Опять ее влево унесло. Короче, иди ты нахрен, лошадь сраная. Пускай тут стоит, тупит. Это что-то нереальное, просто с ней кататься.
Возможно, оно неплохо, когда... Что за оружие? Ну, нормально. Возможно, оно неплохо, когда на больших участках надо быстро там разъезжать и все такое, но... Как и щит. Обычный, маленький какой-то. Кстати, давно щитов не давали. Ну, кстати, эти товарищи уже больше не ваншоты. Перестали проблем доставлять. С него еще что-то упало. Она, скорее всего, упала и куда-то закатилась. Я знаю, что там святилище. Что за штуки? Чем я занимаюсь? Штука внизу, что ли? Стреляешь какие-то шарики. Это дает. Ладно, это, видимо... Очень особенная загадка. Какие-то крутилки появились, что-то вот подходишь, точнее, крутилки, какие-то штуки появляются, шарики. Стреляешь в два, где-то видишь, не надо знать. Так, а тут у нас пеньки одни, а что в центре? Ага. Быстрей. Ты какой жилет и меч, бери. Как-то сбить его. Так, меч забирает ударами. Так, жрём. Ну вот так, допустим, да? Есть. Серьезно? Тихо, я успел, кажется, да? Что-то по мне серьезное такое долбануло. А на мне аж какие-то бафы висят. Проще надо сожрать. Вот так. Да все, блядь, ну. Что за мудак вообще такой? У него какой-то жезл, который, возможно, мне даже не пригодится.
Сожрем лишний продукт. Так, он прям шарашит по мне молнии, и они как будто оружие у меня заряжены чем-то. Пустим. Это металлическое, это не металлическое, да? Быстрей. Я его замочил. Так, непростой был дядька. Я вот что скажу. Мне аж опять пришлось подкрепиться. Чисто повезло то, что алебарды быстро залупил его. Жезл молнии. Вся мощь молнии Харульского увалья. Выпускает трехшаровые молнии за раз. Из отходов электричество сломается. Лошадь телепает. Так, он мне бил по мне так, что у меня оружие вылетало. Ну такое себе. Так. Он сломается скоро. Во-первых. Блин. Был бы сундук, чтобы сложить туда все шмотки. Было бы очень замечательно. Так, я вроде все собрал, да? Да, жесткий чувак, конечно. Таких еще не убивал, кстати. Кто-то сдох? Нет, он не сдох еще. Так. Головы, да? Воскрешает их. Минус один. Второй тоже, да? Наконец. Так, крыло, кус. Это что? Что с них столько лута повылетало прям. Я столько не убивал кого-то. Так. С них упали две палки. Странного происхождения. Давай мы свою тогда выкинем. Раз, два, 26, 10 урона. Колючая моб дубина, 27 урон. Это просто моб дубина, пацану надо показать. Кровосися там, все дело. Надо в деревню возвращаться. Снова наступила кровь. Да, 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 да. Пропустить. Пухер.
Так, тогда надо что-то решать. Мог дубину только пацану показать и все. Придется это выбросить, чтобы взять этот рыцарский меч. Да, на 26. Копье на 10, кувалда на 12. Так, до свидания. То они сейчас будут тут бежать просто, наверное, бесконечно. Внутри святилища будет. Ну, надеюсь, что за сегодня я еще успею вот это святилище пройти и пацану сходить в дубину потрогать. Хотя, наверное, давай сначала... А, время час ночи. Давай сначала святилище, потом пацану. Испытание силы 2, но его можно завалить. Сейчас я поточнее посмотрю, что за оружие. За него пушки неплохие дадут. Так, главное мне не расходовать вот эту моб-дубину. А вот эту мы будем юзать. Так, ну что ж, все. Хорошо. Что-то у меня крутится все. Да, давай продолжить. Стрелами можно его пострелять, взрывными, да? Че, у тебя лука нет? Ну, давай такой лук. Такие стрелы. И потом... Так, и потом палки. Да не то. Палки. Мы потом его на 50 добьем. Че ее таскать, да? В лишний раз. Так, начнем со стрел. Война настоящая идет. Чё, как тебе такое? Он что-то от меня сдумал. А я его одними стрелами заколбашу. Вообще без проблем. Все, до свидос. Даже палку не пришлось на 50 использовать. Так, что у него? Страж копье. 15. Не пойдем. Собираем обломки. Я у него куда топор улетел. Страж копье плюс. Чем оно отличается? Блин, а чё б такого выкинуть-то? Вот это я выкину.
Может быть, она просто дольше ломаться будет. Аж секира плюс. Блин, вот если бы не пацан со своим квестом. Почти все оружие целое. Так, давай секиру. Аж секира 45, ну да, лучше, чем, конечно, то, что я выкинул бумеранг на 25. Сразу мне 10 лет. Оружием прям разжился, да? Копье мороза. Особенный копье, изготовленный из древнего льда, из недр небрейских гор. Если острие ярко светится при взмахе, копье выпустит холод, заморозив врага. Но, окей. Что у нас тут на 20 есть? Я не знаю, тут страж копье. Она просто будет дольше ломаться или что? Жутко инвентаря не хватает. И че? Так, а давай-ка мы его в сундуке прямо тут и оставим. Я его только отмечу, что здесь. Можно метку поставить. Даем он. Отмечу то, что здесь пушка валяется. Вот так. Все, пойдет. Надеюсь, сюда можно спуститься, и никто с сундука ничего не утащит. Надеюсь. Кстати, можно еще этот качнуть стамину сейчас будет. В принципе, если показать этот дубину пацану, то можно вернуться сюда и забрать, если эти пушки не исчезнут, забрать еще какие-нибудь оружия. Так, ну-ка давай, портуемся до пацана. Ну, только показать его, и можно это оружие выкидывать, смысл его носить. Ячейку целую занимает. Очень печально, что нету хотя бы одного сундучка хоть где-нибудь по всей карте, там, я не знаю, я бы сложил просто это оружие нахрен, да и все. Какое-нибудь полезное бы потом пригодилось, ну типа стихийными там всякими бафами. Яблочки выросли. Ну-ка давай, оп, оп. Яблочек только халявных, почему бы не собрать? Надо на огонь где-нибудь найти пацана, переждать. Они там часов 6, это, по-моему, да, или 9 поменяются. Как-то днем. Позабыл немножко про стамину. Все, давай ждем. Ждать до дня. Будет прикольно, если сейчас пацан еще запросит туда такой меч молнии, жезл молнии. Карин. Это правда, я ее видела, честно. Кого? Ой, извини, кого видел? В Атенском институте живет девочка, честно, я видел, как она выходила. Я рассказал взрослым, мне никто не поверил. Сказали, что какие-то бабушка с дедушкой там живут, что там нет никакой девочки шика. Но почему мне никто не верит? Может, потому что ты ребенок, детям не доверяют.
Припаса. Ого, это у меня моб-дубина. Покажи, вот смотри. Все, показал ему дубину. Свидос. Мощная штука. Большое спасибо. 50 рупий. Дороже стоят его услуги. Да не бойся, я всем помогаю, поэтому рупий у меня много. Все равно мне их ни на что тратить. Так, дальше. Еще дедушка не видел. Двойной лук. Да. Двойной лук я и сам не видел. Так, давай мы попробуем поэкспериментировать. Вдруг эти вещи у нас не исчезают. Вот эту дубину я выброшу. Наверное, вот эту, наверное, штуку я тоже выброшу. Ничего, нам греться друг от друга не будут они. Так, и еще надо будет стрел взять. Очень продадим. Кое-что продаем. А, да-да-да-да, давай, янтарь, 3 штуки хотя бы. 1, 2, 3. Продать. Идет. Хорошо. Пошла торговля. Давай, с десяток кремний. Я его в основном вообще не пользуюсь. 50 еще получил. Так. Это дешевая штука. Что бы еще продать? Блин, топаз дорого, но мало ли он мне пригодится. Даже редкий камень. Давай хоть 7 штучек пинтиков. Блин, да нет, ну наверное всех под расчет, хотя... Давай, что делать? По чуть. Почуть, тут главное с этими не пожить. Так. Глаз куса. Да, давай, все. Кусов этих можно и нафармить, если. Ничего страшного. Так. Вот этих товарищей тоже можно налупить. Прям все продаем. Баста. О, он аж протащился от этой штуки. Да, 4, наверное. Ой, 5. Так, взрывные стрелы. Сколько же я потратил-то, по-моему, там... 9, у меня было 30. Чем на все. Все беру. Мысли не хватает, ты чё? У него их 9 штук. Вот так. Дорого мужик берет. Вот так. 700. Ну, почти не потратил ничего. На сотку можно обычных стрел накупить. Сколько? На 2 хватит.
еще можно две купить. Весельчак. Хватает. Ну в тюдельку вообще. Ну в принципе, по-моему, я да особо не просил. Собираем потерянный лут. Ну, точнее, то, что я выбросил лишнего. Запомнил, что у мужика со стрелами наверху, короче, у него там пухи лежат. Я не знаю, исчезнут они спустя какое-то время. Можно ли их будет потом подобрать, тоже не в курсе. Знаю, но... Будем надеяться, что они не исчезают. Жалко, особенно вот эту с молниями. Так, я тут свое оружие выкидывал, все, его нету. Блин, хоть бы сундук какой, я не знаю. Какого мороза. Можно было бы выкладывать оружие прям вот где этот каков. Что за значок? А, вон. Шмотки качать. Что-то я в смысле сбился. Можно было бы хоть какой-то сундук сделать, чтобы хотя бы по одному оружию туда складывать и все. А то как-то вообще беда. Теряешь оружие много. А ячеек не хватает. Ну вот здесь я вообще так и не понял, как это святилище открыть, найти. Не знаю, туда точно не добраться. Тут прям все жестко. Башни какие-то, да? Да, это башни. Да, как-то через стражников надо пробираться. Либо через лабиринт. Чик-чик-чик. Не знаю. Если это лабиринт вообще. По идее, так дороги обозначаются. Попробовать, в принципе, можно. Сейчас можно длить. Попробовать можно, в принципе, как-нибудь. Не стрима, я как-нибудь сюда забегу. А вот это вот очень похоже. На лошади вот эта штука. Блин, да это похоже тоже. Нет. Городов Нес. Они бы так и написали. Сюда можно будет забежать, как-нибудь попробовать посмотреть вне стрима, там чисто так. Сохраниться и бежать, короче. Так, лошадь тут я уже, наверное, не вытащу. Не хочу.
Когда мы вот здесь вот метку я поставлю. Сейчас быстренько посмотрю, что это за круглое озеро, я не знаю, что это такое. Как раз времени только на это остается. Вот. Так, в принципе, это все на сегодня. И так уже. Чуть ли не сверх норм. Да, они тебя даже на этом видят. Ты довольно-таки быстро на планы распускаешься, то есть он не успевает тебя стрелять. Да, на лошади быстрее. Быстрее. Но когда вот ее вот так вот в разные стороны телепает, по-моему, это местами очень много, гораздо больше времени занимает. Лень поразбежалась. Опять этот флюгер. Ну, вот эту тему я, конечно, вообще не понял. Чего нет, не хотят? Стреляешь ты по шарикам, ну и что? Так, ну я уже подошел, в принципе. Очень похоже на эту лошадь. Прям какой-то пьедестал там и всех дел. Надо посмотреть, может быть, среди других меток, других фотографий это помещение есть. Ну, в смысле, вот эта штука. Так, стой, альбом. То, что, короче, я уже, да, то, что я уже нашел, оно отмечено. Вот не вот это лишь эта штука. На первую похоже. Ну давай. Под правильным ракурсом встать. А, ну и все, вот тебе ракурс. Вспомни. Давай. Немного раньше я это дело нашел, но в принципе разницы никакой. В последовательности ты их открываешь, мир открытый. Давай, положи Б ко мне. Угу. Избранный мечом, сокрушителем зла, герой Хайрула. Сила твоего духа и воинская доблесть не знают себе равных. Именем богини Хайлии благословляю тебя. Ни время, ни сумрак, ни на небе, ни на земле, ничто не в силах разорвать узы, связавшие высший меч и душу героя. Пусть грядущее не сломит тебя и оградит от беды сокрушитель зла.
Выдыхай. Вот это зелье. В глубине веков рожденный. Но и театр. Как будто конец света скоро. Что, надоело? Ты же нам сам все уши прожужжал об этом древнем обряде посвящения в рыцари. Так что не жалуйся. Скажу вам, не уверен я в этом парне. И что-то мне подсказывает, Зельда тоже. Дело в другом. У нее просто комплекс неполноценности. Вот. Именно поэтому она такая скованная. Пытаются историю углубить, хотя тут углублять, в принципе, нечего, но ладно. Раскрытие персонажа возможно. Так, возле вот таких вот воспоминаний бывает что-то интересное лежит. Ну, тут просто стражники кругом вообще. Понеслось. Так, ну все. Эту метку можно удалять. Нормально, нормально. Могло быть и хуже. Надо, короче, искать вот по этому квесту. Надо искать какой-то там лес, где лошадь. Там и квест будет с лошадью. Так, в принципе... В этот замок попробовать еще сходить и узнать, как вот этот сундук, как вот это святилище открыть. Даже не знаю, как оно называется, надо гуглить. Но там уже переться на следующую территорию. Из этих, не знаю. Да, дел еще полно. Давай, сохраняемся. Будем стрим заканчивать. Спасибо всем за поддержку, за просмотр. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Лайки, комменты. Все опционально.